Итак, всех приветствую на канале. Следующий день битв, турниров. У нас здесь параллельно убежище горгулей началось испытание. Вот такие вот получаются красавцы. Ну, самый топовый, как я считаю, это вот этот. Ну, мое личное мнение, особенно на быстрой мане, на войне. Просто адская тема. Просто адская тема. Плюс у нее пассивка. Снижается до одного. То есть ее практически не пробить становится. Ну и так у всех горгулей пассивка. Может, кого-нибудь призовем. Посмотрим. Пока что не знаю. Так, значит, сегодня у нас турнир. Давайте биться. Посмотрим вообще, что к чему здесь в этом турнире. Кстати, по поводу войны. Я что-то забыл про нее вчера. Ну и мы благополучно проиграли ее. Так, значит, влезаем. Сначала посмотрим рейтинги. Оборона Б. Шансов на исправление не будет. Шансов на... Ну, тесак, кстати, неплохо дает. Но я думаю, что я возьму Тибурца. Чтобы он подбивал, снимал защиту. Ну и акцент, конечно, делаем на зеленых. Так, сейчас очень внимательно, аккуратненько. Давайте вот так. Вот так. Далее шансов тут особо мало. Полетела комбо, срезают там. Так, это кто у нас там? Миривив, да? А, Зилалей. Ничего себе, она больно как бьет. Вот это да, Зилалей. Тибуртус-то порезал нам все, да? Так, хил. Да. Сейчас еще накинем. Так, здесь как-то надо отыграть по-грамотному. О, фиолетовые сложились. Дед. Ой, грим там. Грим. Больно. Давай-ка сюда. Ну, вроде пока живем. Ладно, предлагают здесь ход сделать неплохо. Сейчас снова заряжаем. Ну, давай грима, наверное, блочить будем. Заряжаем тритона. Накидываем тритоном. Тритон здесь очень хорошо себя показывает, блокиратор суперский. Ну и здесь уже финиш. Заряжаем опять всех. Дедом пробиваем, тритоном получим. А, что такое? Почему не получаем, как надо? Ну и сейчас он отлетит, откиснет. Откисай. Раз. Ну, дед, откисай уже. Все, отлично. Далее. Сюда.
Здесь Sony у нас. С желто-синими пойдем. С желто-синими. Раз. Два. И чё? А хотя, может, Sony взять? Она будет усиление снимать. То есть она бьет очень сильно. Отлично, камни есть. Ну, сейчас мы заряжаем тогда наших дружков. Синие. Не желтые. А давайте сейчас усиления все снимем. Раз. Ну, здесь тяжеловато на самом деле будет. По причине, что здесь очень много хиллеров. Прямо. То есть здесь можно было бы, конечно, и блокираторов взять. Но чел делает акцент, конечно, на том, что он хилит всех. Ну ничего, мы сейчас тоже его нормально приходуем синими, желтыми. Кабан там готов. Мы будем сейчас по мере того, как они стоят, в принципе, сносить их. Мартышку активировать пока что. Ну, давайте, да. Активируем. Тритон Соня. Клык не возрождается. Не, ну это беспонтовый номер, на самом деле, против моей силы команды. У меня тут все-таки не первый день. Коллектив собран. И мы можем спокойно здесь раздавать. Давай, синий, подъезжай. И мы сейчас будем... Сколько там? 1400, да? Прикинем. Раз, два, три. Ну, особо тут вариантов нет. То есть вот три камня кидаю. И плюс кабан еще, наверное, нахлобучит. Нет? Нет. Все, мартышка дает жару. Ну, здесь, наверное, красные возьму против центра. Центр здесь пробьем. Плюс мартышка, если усилит. Ну-ка, пробиваем. Центр, 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 центр. Давай, в принципе. Ну, красный пробейте. Блин, да сколько там? Келях. По-любому надо забирать центр, потому что у него защита стоит. Сейчас две, получается, две шестерки сюда. Сносим, заряжаем. Кабанелла. Раз. Не, я под царем не хочу кидать, потому что здесь опасно. Давай зарядимся. Ниндзя, сколько? Ой, ну хотя ладно, пойдет. Я сначала что-то подумал, что ниндзя сейчас на X3, да, поедет? Всем врагам. Давай усиливаемся, бьем. Пробили, отлично. Что, третий тапок? Далее.
Ну вот эту тетку надо по-любому забирать. Здесь. Давайте здесь пойдем. Я вот думаю, может, с зеленым моно сюда зайти. Или фиолетовым, потому что меня вот эта тетка может сейчас снести, стебурцу вместе. То есть тут очень серьезные ребята. Давай с зеленым, рискнем. Хотя у меня зеленых не хватает. Нет, зеленых мало. Желтых поставить тоже. Фиолетовые. Блин, задачка. Сейчас. Тут будут усиливаться все. Надо снять, да? Поднимает этот. В овер хп загонит. По-хорошему здесь надо брать фиолетово-красных. Ну, так вот чисто, по-хорошему. Ну, что-то какая-то слабая команда. Или брать тех, кто будет шотить. Синих типа. Плюс Соня будет снимать. И вот так кабан и мартышка будет усиливаться. Два хила, два бьющих. Можно взять Тибурту со Спротеем. Потому что мартышка может быть бесполезной. Давайте так, наверное, идти Буртусу. Все, у меня просто вариантов особо нет. Так, смотрим. Давай вот здесь прокинем. Опрокинем. Раз, два. Так, пока что она не суетится. Не, может, кстати, сейчас и одолеем. Давай-ка посмотрим, сколько он даст. Раз, два. Не надо, кисает есть. Сейчас теперь сюда фиолетовое чудо. Так, мне по идее нужна сейчас Соня. Ну, давай, раз, два. Да не, ничего он не сделает. Кто такие? 199. Так, раз, два. Раз, два. Ну и остается клык. 418. Вообще мелочи какие-то. Все, выиграли. Фу, я что-то думал, что капец будет сейчас. Вот реально было ощущение, что все. Что я всадил. Потому что 4300 это соперник, конечно, мощный. Ну и здесь зелено
Я вот здесь даже не знаю. Здесь, честно, не представляю. Но здесь точно надо красную брать и зеленую. Причем, наверное, вот таким вот. Блокираторов тут надо брать. Ох. Зеленуха. Так, сейчас, в принципе, живем. Так, порезал, но ничего страшного. Главное, чтобы вот этого не запустили. Генза. Раз. Два. Террис. Кутао. Мы под срезом брони, да, ставим? Ох, тут сильно. Сильно-сильно. Вот зараза. Вот это я сейчас попал. Ну давай вот здесь красный выйдет. Ой, блин. Просто жесть. И там сейчас хутал, да, нас сносит, получается, весь. Минус 3. Минус 4. Возрождение. Ну не знаю. Тут шансов особо у меня не было. Ну, итого, четвертый день. Мы весь прошли, в пятый мы не попали. Топ-5. Я думаю, что мы где-нибудь в топ-10 останемся. Ну что ж, всем удачи, всем пока-пока.